Юрий Бутусов ушел из театра имени Ленсовета. Как стало известно, художественному руководителю академического коллектива подписали заявление об уходе в Комитете по культуре. Именно это стало финалом конфликта профильного ведомства с лауреатом премии «Золотой маски». Чиновники остались безучастными к требованиям постановщика и творческого руководителя театра. Как пояснил сам Бутусов, трудовую книжку он забирает в связи с непреодолимыми обстоятельствами. Во избежание кривотолков считаю своим долгом поставить вас в известность о тех обстоятельствах, которые определили мое решение покинуть пост худрука театра, с которым я связан профессиональными узами более 20 лет. 6 марта 2018 года председатель Комитета по культуре Константин Сухенко отказался выполнять те мои требования, без удовлетворения которых мое руководство театром превращается в фикцию. Эти слова режиссер приводит в собственном письме. Его он адресовал журналистам Петербурга и опубликовал сегодня на сайте театрального журнала. В частности, Юрий Бутусов предлагал создать несколько полноценных отделов в Театре Ленсовета, которые могли заниматься международной и гастрольной деятельностью. Для этого было необходимо внести изменения в устав коллектива. Однако все инициативы блокировались комитетом и лично директором театра Валерием Городковским, который так прокомментировал нам по телефону уход Бутусова. Для меня это полная неожиданность. Потому что и труппа не ожидала, не готова к этому ходу. И город, насколько я понимаю, создал все условия для Юрия Николаевича. Поэтому для города это тоже такая неожиданная ситуация. Не исключаю, что она связана с какими-то предложениями. Бутусов является ярким представителем режиссеров-новаторов двух столиц. В Театре Ленсовета он поставил такие оригинальные спектакли, как «Макбет кино», «Гамлет», «Дядя Ваня», «Комната Шекспира», «Сон об осени» и «Три сестры».